Что сделать с вами, дабы мы могли бы так поступить, подобный шаг всегда ударит по моей семье, но брак без любви и жизнь без вас гораздо хуже. Однако имейте в виду, мое бегство несет страшный удар по репутации отец, а потому он сделает все, чтобы лишь бы уничтожить вас. Но поспешим не вынудить время. Ваше сиятельство, ваша светлость, прикажите мне засвидетельствовать вашими обетами. Да, сделай это со своей стороны. Я сделаю следующий обет. Я, леди Игрука, клянусь взять подсос Игрука в мужья, согласно древним законам и обычаям нашей земли. Прекрасно, вы подсос Игрука, также клянусь взять леди. Конечно, да. Меня у вас спина. Во-во-во-во. Хопа. О, да. Привели в мои руки старое тоже. Это называется сбежать? Что-то не очень похоже на сбежать. У меня есть теперь жена. Так, замок Курин по имени, по знамени развивается на двор, ты понимаешь, что... Так, давайте подумаем о том, как нам порой. Не знаю. Сколько у нас с ней отношения? Минус 5. Так, ну вот и все хорошо. Да, в общем, все, всем пока, с вами был Игрок. Думаю, что будет больше, а нет. Просто запекай полтелочку.